кучу мангала. Что-то жарит. Мясо, рыбу. Два мангала. Жарят шашлыки. У нас уже все спят, кроме меня. Так, я что-то не очень понимаю, как они ходят и вообще во что они играют. Ну, а у соседей 1 мая начинается с генеральной уборки. С крыши. У соседей хорошая крыша. Главное, вроде не течет. Плыли, плыли, и вдруг приплыли мы. Посмотрите, какие здесь пороги. Мы на таком огромном сравнительно корабле. И сейчас будем пытаться проскочить. Ух ты, он прибавил газу. Я не знаю, как мы здесь проскочим. Посмотрите, что здесь делается, дорогие друзья. Сейчас я вам дам крупным планом. Пороги такие. Но весна самая, тают ледники в горах. Вода чистая, прозрачная, вкусная. Так, и мы сейчас будем перескакивать вот это вот порожистое место. Интересно будет посмотреть, как мы не сядем здесь на мель. Прижимается, видимо, к самому глубоководному месту. Чуть-чуть мандраж начинается. Ага. Гребем уже, по-моему, по дну. Вот такая вот она горная река, дорогие друзья. И это еще не самый опасный участок. Это так себе, разминка. Андрюша, ты там живой? Пока да. Не смыло? Опа! Мы сели на мель. А, переходим. А, переходим. На более плоскодонный. Беляль 07. Ничего не забывай.
Наш коньяк горбуняк любимый. Еще народу не имею. И мы тут были. Три уже пошли.